Наш номер. А, вот такая вот спальня. Поставили вторую кровать. Зеркало есть. Телевизор нормальный. Картина, кондиционер. Кровать достаточно большая. Балдахин, чтобы не было всяких букашек, не кусали. А вот такая ванна. В каком-то африканском стиле. С плиткой совсем не африканской. Ну, обычная. Радует то, что номер новый, этот корпус новый построили специально для нас. И мы в него заехали самые первые. Так, что у нас здесь? Балкон. Ой, я не могу вылезти на балкон. Такой балкончик, там мужик поливает что-то. Можно посмотреть, что у соседей есть. Такая вот красота. Тишина, никого нету в этом корпусе, никого нету, что ли, никто не живет, непонятно. Или все ушли. Это музыка, в штанах ковыряется. Хрен поправляет, что ли. Ну вот так, в общем. В принципе, неплохо. Вот такая крыша огромная. Интересно сделано отдельно. То есть у номеров есть крыши, а здесь еще отдельно дополнительно сделано.
Короче, сейчас переезжаем так, потому что номер поплова нам достался сначала. А мы ночку переночевали, больше не выдержали просто. Захотелось номер получше. Хорошо, что один освободил специально для нас. Один-единственный. Вот ребята помогаем. Тащит. Придется им дать доллар. Идем на наш новый номер. Такой домик на 4 хозяина. Двухэтажный дуплекс. Наверное. Там, типа мангровые деревья, типа такие, что есть. О. Это же есть. Так, вот здесь проходим. Сейчас откроем. Вот наш новый номер получается. Кондиционер, кровать побольше, телек побольше, картина побольше, дверной проем побольше, шкаф побольше, побольше ванна, побольше душевая. Такая вот душевая. Тут темно, видимо, ничего не видно. Не все выключено. Тут какая-то проблема со светом. Ни одной люстры нет. Кстати, смотрите, какой потолок. Какая-то мазня. Такое ощущение, что руками это все накладывали. А тут и тут, в принципе, стены все так сделали. И стены то же самое вручную кого-то наделали. Это, видимо, стиль такой. А? Такая вот кровать. Ну, этот, конечно, поудачнее, ром. Здесь лежачки у нас. Зеркал, кстати, много. Я, по-моему, 3 штуки видел. Вот такой спереди у нас. Здесь выйти можно. Джакузи, кстати. И это вообще прикол, конечно. Вы принимали когда-нибудь джакузи? А рядом еще сосед. Это интересно, конечно. Ну, на ребенка, я думаю, здесь. Если покупается. Такой вид сразу с номера. Как на Мальдивы. Свои лежачки у каждого. Но вот это уже другое дело. Мне это не больше нравится. Здесь можно будет вечером посидеть, посмотреть что-нибудь в ютубе. Интернет, кстати, вот. Ну, в принципе, неплохой. Я вот вчера смотрел. Если у тебя покупной интернет, тут есть, короче, интернет от лобби, он вообще не подключен. А если за 20 баксов покупаешь там на 10 дней, по-моему, за 20 баксов, то будет у тебя хороший интернет. Такая вот природа. Кто-то отгрыз у пальмы верхушку. Годзилла, наверное, приходила. Кокосы. Кокосы, кстати, срублены все. А, нет, вот там вот есть кокосы. А это, кстати, номер ханимун называется. Он самый большой вроде как. Он там каких-то денег больше стоит. Но у нас ханимуна нет. О, котейка идет. Котейка. Ой, иди сюда, кос-косы, кос-косы. Маленькая, кос-косы. Песенка, кос-олька. Ты чего, есть хочешь? Тебе надо что-то поесть? А у меня ничего нету.
Но сейчас же кормить будут нас. Сейчас будет обед, ты туда приходи в столовую. Идешь? Я тебя покормлю. Ладно? Ты как леопард прям. Не бойся, да ты моя хорошая. Change the street to sky. Turn my pain to paradise. In my mind, in my mind, in my mind. I remember when I walked the world in straight lines. Heavy heart in my chest, held on to the darkness.
can change the street to sky. Turn my pain to pain.